Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня по вашим просьбам буду снимать очередной дым. На сегодня взял вот такой красный, смотрите, ребята. Дым от фирмы Maxim Fireworks. Вот такой. Должен быть интересный. Так что, ребята, присаживайтесь поудобнее, будем начинать. Кому интересно, заказывал пиротехнику в интернет-магазине Pyromarket. Так, смотрите, ребята, зашли на магазин Pyromarket, вот магазинчик. Ссылочку я обязательно оставлю в описании под видео. Смотрите, вот раздел дымов, дымы, которые я покупал. Смотрите, вот тут разные продаются. Вот такие мы тестили дымы. Вот такие я покупал. Вот. Также, ребята, хотел бы еще купить вот такие. Напишите в комментарии, как вам такие дымы. Может быть, купить таких несколько штук разных. Они дорогие, но очень эффектные. Также, ребятки, смотрите, тестил уже вот такие дымы. Кто хочет побыстрее увидеть на них видео, обязательно напишите в комментарии. А также, смотрите, здесь очень много различной пиротехники на любой вкус. Короче, можете выбирать, что хотите. Видите, сколько разделов. Короче, ссылочку на магазин оставлю в описании. Заходите, ссылочки на магазин обязательно оставлю в описании. Кто введет промокод TNT Fox, тот получит 10% скидку на свой заказ. Так что обязательно не забывайте про промокод, если будете заказывать. Что ж, сегодня будет вот такой дым. Давайте начнем. Возьмем каких-то петард и начнем взрывать. Так. Установили камеру. Давайте повзрываем вот такие приколы. Смотрите, взял сегодня их много, чтобы видос получился классный. Вот так. Первый пошел. Класс. Давайте еще несколько бросим. Есть. Так, наверное, возьму штатив в одну руку и буду снимать. Так, ребята, взял штатив в руку. Давайте будем брать петарды тестить. Затестим сначала петарды с эффектами. Клевые. Так. Вот. Вот столько взяли. Давайте тестить. Либо затестить. Давайте вот пенечек наш любимый. Мы тут всегда взрываем. Будем здесь тестить. Блин, ребята, зажигалка, кажись, сломалась. Так, сейчас настроим. Есть контакт. Так, вот так. Установим блок взрывный. Так, следующий у нас на очереди. Давайте вот сюда вот такой дымовуху. Мощная дымовуха, ребята. Так, есть у нас со свистом. Давайте вот так где-то в землю внедрять. Странно, ребята. С каким-то треском попалась. Это впервые. Так, зато у нас есть вот такой треск, тоже классный. Вот сюда.
Отлично. Предлагаю затестить римскую свечу. Расстреляем тень. Свечу затестили, так, в сторону. Давайте, что у нас тут есть? Cracking Ball. Отлично. По-моему, дымный мячик был, да, для хейтеров взял. Вот такой. Не очень насыщенный цвет, слабенький, конечно. Напишите, ребята, в комментарии, вам нравятся вот такие различные пиротехнические приколы с эффектами или просто петарды взрывать. Мне вот больше вот такое нравится. Вообще просто класс. Ух, вот это получше, чем Cracking Ball. Так. Давайте ленту затестим. Предлагаю засунуть в дупло несколько лент. Так. Смотрите. Дупло. Вот так. Разбомбили. Давайте затестим мощную петарду какую-то здесь. Вот это взрыв. Да, разметало дупло. Так, смотрите, есть у меня Корсары 1. Давайте их затестим связочкой. Где-то здесь. Вот тут чисто можно будет затестить. Так. Так, это у нас лишнее. Так, берем. Обожаю тестить петарды связками. Так. Давайте по старинке добавим пороха, чтобы лучше вспыхнуло. Так, ну что, погнали. Берем зажигалочку. Разбомбили, ребята. Вот еще некоторые не сработали. Так, давайте затестим несколько свистулек. Так, где бы их установить? Вот так. Блин, не хотят установиться. Так, давайте устроим вот так.
Есть, сработали две. Что ж, думаю, настало время поджигать вот такой дым. Смотрите, 60 секунд должен гореть смок-фонтан. Кто хочет посмотреть предыдущие серии, обязательно зацените их. Мы затестили там различные дымы разных цветов. Каждый раз беру в новой серии какой-то дым. Так, давайте скроем вот эту штуку. Удобно носить камеру. Вот так. Погнали. Думаю, вблизи лучше будет видно. Да, хороший насыщенный дым, красненький, очень понравился. Думаю, для фотосессии как раз то, что нужно, так что кто хочет покупать, обязательно советую. Ссылочку, напоминаю, на магазин оставлю в описании. Также не забывайте всегда, ребята, про промокод TNT FOX, тогда получите 10% скидки. Что ж, надеюсь, сегодняшний ролик всем понравился. Кому понравился, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале также выходят крутые ролики с пиротехникой, как и здесь, которые вы просто обязаны заценить. Предлагайте, какие дымы брать в следующий раз, какой цвет брать. Может быть, еще что-то заказать, обязательно предложите. Буду рад таким комментариям. Пишите, что вы думаете по поводу сегодняшнего ролика. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Смотрите здесь 4 ролика, которые я выставил. Может быть, вы их пропустили или еще не видели. С вами был TNT FOX. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч.